О, аумы. Аумы. Наконец-то аумы. Немножко. Аумы вообще не трогать. Я помню, в Арсмагике они были чертовски редкие. Такс. Ну, вроде как бы так. О, стоп-стоп-стоп. Это же аумы. Это же аумы. Тут все есть. Ну, в общем, втыкаем свой последний прекрасный аум вот сюда. Такс. Воткнули. А, и сюда надо разобраться, чем мне вот этот глиф не нравится. Это white grey, черт возьми. А нужен-то был обыкновенный грей. Грей. А вот он, обыкновенный грей, дай. И вот полстека наших греев, даев. Так, и глиф делаем из этого безобразия. Такс, ура. Готово, да, как раз вот какая-то такая загогулина. Устанавливаем сюда. Берем наш Purified Ventium Dust. И у нас что-то происходит. Надо взять вот эту штуку. Она потребуется сейчас. Якс, ура. Главное тут не напортачить. Ты ж смотри, она распознала кружочек. И она еще раз кружочек распознала. Ух ты, я кастер. Я умею кастовать. А вот теперь у меня есть вот эта штука, ради которой это все затеялось. Надо почистить свои запасники. Так, аум. Аумом. Я хочу сходить. Нет, не сюда. Я хочу. Не сюда. Я хочу сходить вот сюда. У меня где-то здесь сидела одинокая крыса, насколько я помню. Так, я хочу сходить вот сюда. Я не хочу я читать про компакт-машинис. Я хочу сходить к нашей одинокой крысе и посмотреть. Так, shift, клик. Товарищ одинокая крыса, сможешь ли ты выращивать аумы? Нет, она не сможет выращивать аумы. Это последнее, на что я вообще надеялся. Окей, ты не сможешь выращивать аумы. Ну, то есть придется нервничать, бояться и не тратить. Синенькие тоже, наверное, стоит не тратить. Стоит тратить только те, которые выращивает мой замороченный крестьянин. Так, ну ладно. У меня есть спел. Что делает спел? Он делает так. Бжж, или вжж. Круто, да? Или вжж. Нет. Он меня вверх подбрасывает. Зачем это нужно? Если у вас вдруг есть в системе совершенно случайно завалявшаяся элитра, но у меня нету. Мне придется переться в йен сейчас для того, чтобы стырить себе элитру. Можно летать. И, кстати, посмотрите, у меня уже 7 уровень, 8 уровень, 9 уровень, 10 уровень. Такс. Что у нас тут написано? Про нас. Reach Magic Level 15. Но, в принципе, мне уже можно получать второй тир. Мне тут написано, что просто поспи на кровати, и все пройдет. Но ты получишь следующий тир. Но я бы все-таки побаловался. Дело в том, что... Ну, это же прикольно. В йен хочу. Такс. А куда бы мне в йен сходить? Ну, вот куда-нибудь. Так, а тут есть готовая дырка? Да, готовая дырка. Ну... Нет, лучше я тут полетаю куда-нибудь, слетаю к чертям собачьим и поставлю там еще один, как это называется-то, йендовый обелиск. Ну что, неплохо. Это йенд без быга. Ну что вот это вот такое? Где вы это взяли? And Highlands. Кварк. Миолит из кварка. Что это за ужас? То есть кварк тоже. Кварк тоже надо выбросить, потому что кварк портит йенд. Он портит все-таки биомы и... Ну, это явно кварковская какая-то история. Ник. И что теперь? Теперь мне вот с этим вот безобразием жить теперь, да? Так, надо навалять шалкером, наделать из них шалкербоксов. Интересно, что дают шалкербоксы. Якс. Не, все. Я оверпауэрит. Меня слишком оверпауэрит. Шалкеры.
Вы где тут? Ой, в меня попали. Так, ну ладно, где корабль? Где? Вон корабль. Все есть, все есть. На этот раз я не забыл взять голову. А где кто? Ладно, на самом деле не очень важно, где кто. Я убил шалкера. А куда он делся? А где он? Ну ладно, на самом деле не важно. Че дают? Ух ты! Гендерстав из реликвари. Телепортационная палочка. А тут что? Сколько раз тут барахла. Придется это все барахло отправлять домой потихоньку. Brain of Arthropods. Ну, не, ничего ценного. 4 шалкер бокс Ашева. Что из них можно сделать? Шалкер бокс. Potion of Resistance. Кстати, неплохо. Potion of Resistance вообще полезный. И заспавнить шалкера. Все, больше ничего нельзя сделать. То есть фармить шалкеров без мазняк. В общем, берем элитру. Одеваем ее на себя. И теперь, если я прыгну какой-нибудь высокой штуковины. Виу! Нет. О, я полетел. Но у меня падает уровень того, что я где я лечу. И если я сделаю вот так, то я опять лечу сверху. Вау. Крутяк. А если честно, я вообще не умею летать на элитре. Почему я не лечу? Ну, лечу. Очень интересно. А как пользоваться ракетами? Я знаю, можно прямо вот летишь вот так вот на элитре и вот так ракетами. Но это что-то не то. Совсем что-то не то. Ваша элитра фигня. Вот это не фигня. А еще я почти получил свой 15 уровень. Так, ура! Элитру немедленно починить. Она еще наверняка потребуется. Вау! Элитра блюпринт. Можно сделать себе элитру. Ну, такую себе штуку сделать. Можно сделать себе элитру из фаерита. Можно скопировать себе элитру. Вау! Можно сделать себе для пневматик крафтовской брони. Что это, починка, да? Что такое реактив? Has chance a cast of inscribed spell on two. Use or player heart. Use or player heart. Ничего не понял. Но оно все чантится всем чем угодно. Ой, из элитры можно сделать биплейн винг. Тут на самом деле может быть интересно. Садить моего вот этого чувака, который огромный, страшный, на биплейн. Это же будет, Я не знаю, что это будет. Оно будет еще и летать. Но я вроде бы делал из него дракона, но дракон рушил. Что здесь произошло? А что здесь произошло? Почему у меня опять не работают харвестеры на этот раз? Что это? Плантер должен плантать. А, во. Работают. Может быть, они забыли, что они должны делать? А, они вот здесь живут. Что здесь происходит? Он перегрелся или чего? Очень интересно. Поменяли картинки. Operation Speed 20x Speed. Ну, вроде все правильно. То ли они синхронизировались, то ли еще что-то произошло. Очень интересно.
И почему он горит? Может быть, он требует... Чего он требует? Я не понимаю, чего он требует. Очень-очень интересно, что здесь происходит. Так, ну ладно. Вернем лилипеда на базу. И продолжим. Фига себе, у меня вот этих вот лилипедов. О, наделали силфы, кстати. А силфы наделали. Как это? Из аура. Да, силфы наделали. Голден ливов. То есть вот эта вот история. Так, стоп. Вернуть лилипед на базу. То есть история с тем, что я им покрасил желтый... То есть чего они должны собирать были листву. О. Почему они так редко собирают? Почему здесь все успевает вырасти? Может быть, нужно больше харвестеров? Может, они просто сканируют какую-то большую область? Не знаю. Это вот этот явно собрал. Все. Вандеры успевают. Ничего не понимаю. Так. Штука работает? Штука работает. А почему штука не переполнится? Переполнится айтемами я не могу. У меня бесконечное хранилище. Infinite Storage Disk 140. А он еще и не заполнен, ни черта. Storage Disk, Fluid Storage Disk 21. Жидкостью я тоже переполниться не могу. Кстати, жидкости должно быть до черта. Я же сосал лаву. Опять что-то такое производим. А биотопливо производим. Да, нужно. Лавы, кстати, достаточно для того, чтобы начать еще какое-нибудь производство. Что у нас тут? У нас кончился уран, судя по всему. И это неприятно. Уран действительно кончился. Ну, дай я воткну в тебя уран. Так, уран действительно кончился, и это проблема. 25к урана я, конечно, поживу еще немножко, но нужно выпускать пчел, к сожалению. А я тут, понимаешь ли... А, вот так можно лететь. Круто. Главное, чтобы хватало маны. То есть... Маны не хватило. Такс, ладно. Что нужно сделать? Нужно поспать. Ой, я получил тир 2. Такс, хорошо. Если я получил тир 2, то что нам предлагают сделать теперь? Ну, все то же самое. Скастовать второй кантрип. Скомплитать тир 2 ритуал. Создать Magic Broom. Мана Кристалл. Монокристалл фрагмент. Ну, давайте, кстати, сделаем. А что бы нам? Где бы нам хранить все вот эти наши спилы? Все эти спилы на самом деле хранятся в буке. А нам не надо сделать бук? Нет, бук нам не предлагают. Ладно. Давайте мы из маны сделаем бук. Спелбук, кантрибук, есть такой. Book of Flatlands нам, наверное, не нужен. Book of Rot не нужен. Спелбук. Что, и все? Какая вещь. Так, shift, клик. Чпок. Все. Теперь мы можем... А еще, по-моему, в или С. Энциклопедия псиоников. Псионику тоже надо будет поиграть. Так, ну, в общем, убираем свой спелбук. Он нас расстраивает. Вы пока не самые крутые. Да. Нам нужен был Book of Cantrip. Это не тот бук. Это из Махоу. Это Астрал Том. А где у нас Book of Cantrip? Вот он наш Book of Cantrip. И нам на самом деле нужно всего лишь настроить какой-нибудь второуровневый кантрип. Ой, тут надо три. Какие мне теперь доступны штуки? Давайте круг сделаем, чтобы просто не париться. Так.
Раз. Черт. Нельзя. Круг-круг. Давайте. Квадрат, круг-круг. Ворона. И чё? Кстати, а что у нас тут по поводу производства? Во, все красненькое. Это хорошо, что я заметил. Так, сюда нужны были для производства фаерита. Фаерита. Где фаерит-то? Для производства фаерита нам, по-моему, нужен был... Да, вот он, фаерит, а что такое шрайн, оптимизейшн, шрайн апгрейд, фаерит ингот, нейзелит нужен. Но столько нейзелита мы сюда не принесем. Мы сюда принесем полстека нейзелита и будем надеяться... Где байндер? И будем надеяться, что сработает. Так, сюда устанавливаем, да? Нет. Это элемент байндер. Погодите. Эта штука перестала со мной работать, да? Пинг-пинг. Работает. А почему вот эта штука не работает? Экстракт. И экстракт. Сюда инсерт и инсерт. А, вот почему она не работает, у нее энергия кончилась. Бывает. А должна была работать. Энергия. С энергией проблем нету, мы тебе всегда все удадим. На тебе полстека этого. О, заработала. Ну, вроде бы заработала. Где моя крыса? Нужна ли мне здесь крыса? Если я посажу крысу, у меня вот тут генерация будет не успевать. Я хотел бы, чтобы успевала. Mm. 51 фаерит есть. Такс. Что такое? Ок. Должно работать. Так, ладно, все вот это возвращаем сюда. Щель лежит здесь, вот это лежит здесь. А это нам не надо, спел мы скастовали. А что это за кантрип мы скастовали? Вот вопрос. И никто нам на него не ответит, кроме вот этой книжки. Какие у нас бывают кантрипы? Кантрипы. Вардинг Мановик, Вардинг Кандлис. Нет, кантрип бук, кантрипс. Каст кантрипс. А какие кантрипы бывают? Инноватор, сет кастом контрибьюсер, правозы, нотс, мановивер, ванд. Нет, не то. Контрибук. Нет, не то. Ну, поджигание я понял. Оно поджигает. А что такое птица? Ну, так как это птица, давайте кастанем это снаружи. Не получилось. Получилось. Тут написано coming soon. И куда ты coming soon? И что-то никто не прилетел. Так, ладно, что-то у нас происходит, не происходит. Эти кончились. Ладно, экскаваторы, наверное, стоит уже отключить. И перетащить. Так, экскаваторы надо перетащить сюда и сюда. Это я помню. А вот это все вырубить. Мне вполне неплохо сифы все доставляют. Так. Я собрал какое-то дикое количество вот этих голдлифов. Но ко мне так и не прилетела ворона. Что делать? На самом деле забить. Я уже тира 2 задачу выполнил. В общем, кантрипы могут быть... И какой-то фигней, а не чем-то полезным. И нам нужно сделать комплект тир 2 ритуал.
Какие у нас бывают ритуалы на Тир-2? Ancient Tone, Forgotten Lore, Ancient Council, Ritual of the Burning Hells. Про все надо читать, к сожалению, ритуалов реально много. И каждый, ритуалы, это вот как я сейчас создавал спел, это был ритуал создания спела. А вообще ритуал, это ты берешь что-то такое, рисуешь, и что-то происходит. Ну, то есть это кастование на этом самом. Так, надо ли нам что-нибудь сжечь? Нам на самом деле надо бон. Нет, Эшес взять. И из Эшеса сделать еще немножко вот этой штуки, которая называется Arcane Compound. Ну и, собственно, пинг, пинг. Пущай горит, компаунд ни зачем не нужен, оказался. Так-с, окей. Что бы такое скастовать-то? Есть ли у нас тут ритуалы? Ритуалы. Metal Ritual Runes, Modes, Ritual... О, Modes. Мне нужно создать Modes. Of Endless Void, Mode Fender. Да, нам нужны вот эти штуки. Например, нам точно нужно будет Deep Ocean и Ancient Stone нам нужно будет сделать. Ой, хорошо. Делаем вот так. Берем наш мелок. А где наш чалк? Чалк верните. Чалк. А он кончился? Или я его засунул в... Да. Было такое. Так, мне нужно вот таких, и причем некоторое количество. Так, да. Так, так. Так, так. Так, так. Так, так. Туда у нас... Что у нас сюда идет? Что у нас сюда идет? Да. Ритуал. Посередине сент. Снизу сент. Тут стоуны. Диорит и гранит. Интересно, есть ли у меня гранит. Но вообще-то мне его добывали. Гранит. Диорит. Так-с. Давай. Так, диорит, гранит, стоун и обычный стоун. И нам нужен сент. Его есть. Сент-стоун, да черт, сента мало. Так, сверху и посерединке у нас идет песочек. А, стоп, нужно еще тут прорисовать. Тут идет песочек, сюда идет камушек. Насколько я понимаю, если я не наврал. Сюда идет диоритик. И вот эту барахла нужно будет производить очень-очень-очень-очень много. А это нужно будет автоматизировать. Но мы это автоматизируем. У мода есть свой собственный способ автоматизации. Так, теперь мне нужен винтиум. Мне нужен винтиум. А, причем purified. Оно? You are too high to start the ritual. Deep deeper. Ах ты ж гадина. Этот ритуал можно производить. Стоп. Это должно было быть написано в книжке. Ритуалы. Мотисы. Вот этот ритуал, да, но тут не написано, что он должен быть Ritual of Ancient Stone, Mode of Earth. Хорошо, ну я и так дипер. Я и так, извиняюсь за выражение, понимаешь ли, ну, что может быть более глубокое, чем здесь? Или это нужно вообще рисовать на этом самом... Продолжаем разговор. Пинг, 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 пинг. Здесь та же самая история, только с соединением вот здесь. Send. Я все правильно сделал? Да, на этот раз все правильно сделал. Send. Ах ты ж зараза. Тут придется вычищать.
Тякс, тякс. А я сейчас создаю просто какую-то штуковинку, которая нужна для дальнейшего крафта. Тякс, тякс. Но это ритуал второго уровня. И, соответственно, это для того, чтобы выполнить, собственно, задание из книжечки. Пинг. Ой, сейчас придется. Чего не хватает? А здесь должен быть... Ах ты ж, зараза. Здесь должен быть андезит. Наверняка андезит. Как все плохо. Ну, давай. Вау. Оно. Нусь. Я надеюсь, никто не вылезет. В принципе, должен вылезти компонент для крафта. Нет, он должен быть симметричный. Да. Не попал в точку, из которой рисовал. Рисовать нужно по углам, судя по всему, система, которая распознает эти значки, распознает их по местам, где ты остановился в рисовании. И просто смотрит, а точки совпадают, не совпадают. Поэтому на углах надо останавливаться. Я замучился. Но тут всего лишь квадрат и... да, берем, 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 берем. Что нам дали? Нам дали хрень под названием Mod of Earth. Из нее ничего нельзя сделать. Но она нужна для дальнейших крафтов. Там типа ее нужно размещать. Что это меня так... это меня не волтузит. Это я просто так двигаюсь странно. Вот эту штуку можно размещать на всяких ритуалах. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит-то. Статус идол. Он ни черта не делает. А энергию не тратит, что приятно. Ну, вроде бы энергия копится. Да, энергии не хватает. А сколько у нас жижи? Жижи, 3 ведра. Ни о чем. Продолжаем разговор. Такс, что нужно сделать? Нужно пойти посмотреть, что нужно сделать. Комплит, комплит. Так, крафта Magic Broom. Давайте сделаем себе Magic Broom. Так, Magic Broom. Требуем. Вообще никаких проблем. Единственное, что нужен Mode of Air. Я боюсь, что Mode of Air, это тоже вот этот вот так ритуал. Кстати, нужно вот это все почистить. Это тоже ритуал. Мы его сейчас будем кастовать, но я боюсь, что кастовать его надо где-то наверху. И как, кстати, этот самый ритуал выглядит? Shift-клик нас не спасет? Нет, shift-клик нас не спасет. Нам нужен ритуал. Motis. Ocean. Searing Inferno. Ritual of the Untamed Wind. Untamed Wind. 7 на 7. И наверняка где-то наверху. Что нам нужны? Фаерворк, ракеты. И две синенькие штучки с рубосом, которые надо перестать тратить, потому что их нам не продают. А еще нам нужен Infuse Silk. Infuse Silk надо начать производить. Кстати, давайте закупимся еще цветочками. Не надо пренебрегать покупками, потому что это единственный способ добыть цветочки. Привет. Нет, не продашь? Ну, как хочешь. Я думаю, тебе нужны эмеральды. Но они тебе...